Всем привет! Это вновь я, Дука. Сегодня мы будем обучать песню «Агугай Домбра». Ну, для начала в этой песне шестую струну я перестраиваю на ре. Ну, примерно так. Сейчас было ми, теперь на ре. Это наш оператор. Начнем. Итак, начнем с первого. Здесь, конечно, вещь не из легких. Итак, начнем с первого аккорда. Ре мажор, позиция. Средний палец стоит здесь на второй струне. Указательный палец, второй лад, третья струна. И не уходим с этой позиции и играем. Показываю медленно. Дальше начинается сама тема. Та же позиция остается, ре мажор. И тут переходим на следующий аккорд. Совсем просто берется. Дальше идет у нас припев, выход на припев. Также позиция ре мажора. Второй оборот припева. Здесь получается такие джазовые аккордики. Не знаю, как называется, честно.
рука. Ну, сейчас и покажем способ игры на правой руке. Так, начнем с правой руки. Это моя правая рука. Хорошо, немного шуточки. Так, здесь принцип простой. Перебора. Вначале так играем щипково. На домбре, ну, щерпе. Это для того, чтобы показать характер казахской музыки. И начинаем первый куплет. Выход на припев получается то же самое, только без. Показываю медленно. Ну, ладно, еще раз сейчас. Спасибо, с вами был Дука, Наказ видео. Смотрите и довольствуйте. Или как? Нормально, нормально, снимаем, все, снято.